за ключи и пойду хреново. Это что сейчас было? Ну, что-то показалось. Камера не слушается. Дух либо хозяин этого места. Ты был прям рядом. Я сейчас поставлю, камера это обязательно зафиксирует. Здесь для пентаграмма. Я попробую провести эксперимент. Раз. Ставлю радионяне. Раз. Вот эту рацию. Блин, как бы так поставишь, чтобы было видно. Как бы меня так примостречить. Кто здесь? Что это был за звук? Раз. Эй. Блин, мне так поставить. Короче, я поставлю ее здесь. Если вдруг что-то будет происходить, рекордер зафиксирует. Если что, есть экшенка, она видит. Дух либо хозяин этого места, дай мне знак. Скажи мне, кто ты? Ты дух, призрак либо демон. Кто ты? Можешь назвать свое имя?
Кто бы ты ни был, пожалуйста, дай мне любой знак. Звук, шум, удар. Кто? Кто здесь? Я включаю радионяню. Я ее включил. Посмотрим, что будет. Здесь у меня специальный прибор. Через него ты можешь со мной связаться. Дай, пожалуйста, знак. Прибор лежит в центре пентаграммы. Можешь через него со мной связаться. Если ты здесь, дай знак через радионяню. Она лежит в центре пентаграммы. Кто здесь? Есть здесь кто? Эй, ау!
Кто-нибудь есть здесь? Не понимаю. Вообще не понимаю. Ничего не понимаю. Это что сейчас было? Сущность, обитающая здесь. Дай, пожалуйста, мне знак, любой. Все, что угодно. Я понимаю, что ты хочешь со мной пообщаться. Пожалуйста, прибор. Пообщайся со мной через него. Кто бы ты ни был, спасибо тебе за общение, спасибо тебе за сигналы. Я убираю прибор, и с данным прибором мы закончили. Попробую сейчас еще парочку экспериментов, и надо уходить отсюда. Маятник. Это такая штука, которая должна показывать, теоретически должна показывать геопатогенные зоны, то есть зоны, скажем так, электромагнитных волнений и так далее. Ну, что-то типа такого. Если честно, я сам до конца не понимаю, как это работает. Но если вспомнить эксперимент с табу, маятник плюс электромагнитник, который в селе, в котором мы ездили, показывал результат. То есть был такой мощный всплеск электромагнитных волн. То есть если обычно там 5,9, 4 там с лишним мегагауса и так далее, то у нас скакануло аж до 13. В тот момент, когда у меня не было электроприборов вообще никаких абсолютно. Да, он прям показывает в ту сторону. Я же еще заметил, неестественно висел.
тебя в руке, как будто от него. Как будто кто-то отталкивает. Проверь. 3,9. Я повторюсь, у Андрея сейчас в руках оборудования вообще нету. Если да, что. У меня, я отдал свое оборудование ребятам. Даже телефона у меня с собой нет. То есть абсолютно никаких электромагнитных волн излучать не может быть. Он сюда идет. Вот он сюда, вот что там в стену шел, что здесь он идет. Угу. Тринадцать и девять. Вот в этой точке Андрюха вот просто стоял. Вот реально у него вообще нет никакого оборудования. Пусто. Ну, не знаю, максимум что-то. Кошелек с деньгами. Ну, кошелек с деньгами не показывает такие значения. Про телефон нового в этом. 13,9. Сейчас я просто хочу пройтись маятником, посмотреть, вот именно здесь, где пентаграмма, посмотреть, будет ли вообще что-нибудь здесь. Маятник, говорю сразу, чтобы его раскачать, его нужно прям раскачивать. Вот. Но я вот прижимаю локоть, останавливаю его и начинаю. Чтобы вы понимали, он прям отклоняется, если куда-то нужно идти. Там что-то происходит. Кто тут? Кругом капает вода. Но здесь помещение воды не капает. А звук доносится отсюда. Вот именно отсюда. Я не понимаю, что происходит. Я вообще не понимаю, что происходит. Это жестко. У меня руку начинает судорогой сводить. Короче, я думаю, я снял достаточно. Поэтому думаю, пора, наверное, все-таки уходить. У меня начинает потихоньку рвать крышу. Потому что тут... Здесь
не по себе. Поэтому, я думаю, пора сворачивать вещи и уходить. Кукуху рвет, серьезно рвет. Но было крайне интересно. Хозяин, дух, сущность, обитающая здесь. Спасибо большое за общение. Спасибо большое за все, что ты мне сегодня продемонстрировал. Я оставляю тебя и ухожу. Спасибо большое. Камера в подвале простояла около 40 минут. И что самое забавное, она среагировала всего несколько раз за все это время. То, что вы сейчас видите, это уже смонтированный материал, потому что интересного, в принципе, в подвале ничего не происходило, кроме того момента, когда срабатывал датчик движения. Первое, что больше всего напрягает, что срабатывание датчика движения, то есть сам свет, отключается примерно через 20-30 секунд. Но в данном случае лампа прогорела гораздо дольше. Следовательно, она горела, пока перед ней что-то находилось. То есть какое-то время, то, из-за чего сработала лампа, находилось какое-то время перед датчиком движения, не давая фонарю погаснуть. Фонарь сработал еще несколько раз, но погас он уже быстро. Что-то мельком проскакивало перед датчиком движения, на что фонарь сработал, и после погас, так как больше ничего не находилось перед самим фонарем. Явление довольно странное, но интересное. Но, ребята, я хочу вам сказать, что это еще не все, что я мог вам показать в первых двух выпусках. Будет еще один ролик с разбором, и там будут кое-какие интересные моменты, которые вас наверняка удивят. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, а также не забудьте подписаться на мой второй канал. Будет интересно и здорово. Всем пока!